У нас сегодня наметилась шабашка. Нужно проинструктировать и прогидировать группу с базы Ветлан в количестве 7. А что с ним такое? Вот что это, блядь? А что с ним? Прошу прощения за эту небольшую накладочку. Нужно побыть инструктором, сводить группу на полет. Семья с базы Ветлан с одной собакой. Собака, сказали, у них контактная, дружелюбная, так что шайбу тоже взяли с собой. Едем. Конечная точка нашего маршрута видна из города. Вот она там вдалеке, это вершина горы Полют. Туда мы сегодня будем добираться. Спускаемся к реке Вишере на финишную прямую перед стартом, так сказать, откуда до места, откуда начнется наше путешествие сегодняшнее. Впрочем, наше с шайбой уже началось. Река Вишера. Прекрасно. Стартуем от базы заповедника Вишерский на ту сторону реки. И там далее по единственной дорожке. Все, крутим педали дальше. Так, мы добрались до начала нашей экспедиции. Вот у нас, собственно, берег реки Вишеры. Но по какой-то причине никого здесь нет. Я вот вижу корабль, на котором мы должны переправляться вот туда. Но пока что, видимо, народ пошел по местным достопримечательностям. В виде музея или, может, еще чего-нибудь. Музей, я имею в виду, музей природы Вишерского края, он называется. Он находится, кстати, вот здесь, на базе заповедника Вишерский. Это поселок Набережный, кстати, вот там, напротив деревня Бахари. И насколько я могу видеть, там какие-то туристы прямо перед нашим домом расположились и жгут костры. Что поделать, такое бывает летом, да. У чуваков сейчас туристов палатку сдуло, и они ее поймали на берегу. Вот так вот, это значит какие-то не очень подготовленные, опытные ребята, наверное. Раз они палатки оставляют без колышков. Я однажды был в такой же ситуации, но я был внутри этой палатки. Я был маленький, и моего веса едва хватило, чтобы палатку удержать на месте. Но мы колышки не забивали по той простой причине, что там была каменистая почва, и просто их было не разместить. Поэтому обкладывали камнями, но это не очень надежно. Собака с честью выдержала первую часть трансфера. И далее будет только интереснее. Красавчики вообще! Невиданное оживление царит в деревне Вахари сегодня. Бей давай, шайба. Научился уже. Ты не поменялся.
вообще. Так, шайба, иди сюда. Я Ваньке говорю, пути прицепа, говорит, хочу, так я говорю, пути прицепа, хоть вот сюда выехать, и он говорит, нет, не адекватный, не тот, не тот. Все, шайба, пошли, пешочком. Пешочком сейчас пойдем. Сарыб! Что такое было? Собака тоже есть. О, нормально. Сара! Сара, иди отсюда! Где ты нюхай? Сара! Иди сюда! Шайба, иди сюда! Они здесь стоят. Сюда, иди. Иди сюда. Отойди, шайба, ну-ка иди сюда, ко мне. Ко мне быстро, быстро ко мне. Собаки такие глаза такие. Ага. Иди сюда. Да, уже вот-вот. Вот-вот. Все, пошли. Пошли. Еще на видео снять не следует. Так, свет. Мой 46-й на фоне. Ну тут ветер, конечно, прям вот уже такой. Далее.
самое мягкое место или нет? Нет, спасибо. Ну все, пока-пока, собачка, иди давай домой. Я не бегаю, тут нафиг лапы переломают все. Машина-то где? Шайба. Экспроприация. Транспер. Чартер. Так мы можем все, в принципе, на нем уехать. А у нас есть вещи в той машине? Ну, так, наверное, перегрузим. Перегрузим. А, да? Да. Так, еще это дальше. Сегодня прям паломничество внедорожное. Да проедешь ты, проедешь. Павел Николаевич уже выехал. Скоро будет. Так, вот что взяли? А вы возьмете? Я туда сейчас приеду.
поезд окончен, едем домой. Ведем в кармашке кровно заработанные. Собака довольная. Снял с нее клеща. С себя еще ни одного не снял, но буду по приезду осматриваться еще раз.